И всем доброго времени суток, дорогие друзья, с вами я, Бенни, и Дедлимен поздоровался. И, короче, это у нас Half-Life 2, давай пройдем уже эту игру. Так, это же первый Half-Life, почему это первый Half-Life? Подожди, если это первый. Подожди, Владик, меня. А. У меня 19 хп. Думал, ты скажешь, что у тебя диарея. Мне 19 хп, а не диарея. А почему у тебя так мало хп? Потому что я прыгнул в яму и не спускаюсь вниз. Так я тоже прыгнул в яму, не спускаюсь вниз. Давай, спускай, активируй этот как краник. Хочешь, чтобы твой лучший друг активировал краник? Именно это я и хочу. Ты что, краник? Нет. Поймай меня! Ты меня поймал. Да. Вот ты будешь спидранить Half-Life? Конечно, я буду спидранить Half-Life. Но вот я быстрее вот тебя спидраню. Потому что я поддался тебе. Да, я сейчас пройду Half-Life быстрее, чем ты можешь вообще подумать о Half-Life. Смотри. Мы его убьем. Half-Life. Я забрал пукль. Подожди, ну и молодец, у меня зато есть аптечка. У меня тоже есть, а ну-ка дай сюда, ладно, не отдавай ее. Подожди, где? А, Владик! А. Где ты? Я здесь. Тебя... меня поймали. Ладно, меня не поймали. Подожди, а куда он теперь? У меня, походу, игра вылетела. Серьезно? А, нет, это была шутка. Глупая шутка. Самая ужасная шутка, которую когда-либо слышал от тебя. Я сам офигел от такой шутки. Подожди, а куда нам теперь идти? А, я помню, куда нам надо идти. Я помню это место. Трлеп-ч-т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 рлеп-ч
вот все, я понял, куда нам. Но я уже спидраню. Спидран, спидран, новое движение. Путь самовырождения, молодежное пересечение, достойно уважения. Все, я прошу. А! Тут как... тут трубы ломаются. Почему эти штуки скользят? Они а что? Ты их только проходишь, а я их уже прошел давно. Я уже сзади тебя. Да? Ах, да. Ты глупец. Дурак. Ах ты дурак. Ты такой же дурак, как и такой же, как глупец. Ах ты дурак, как и глупец. Ха, ладно, я видел, как ты упал. Возможно, это самый видел. Это самый ужасный фейл, который я когда-либо видел. Так никто не может зафейлиться, как ты. Это ты же так же зафейлился. Нет, смотри, можно будет проехать по вот этой хрени. Смотри, я проехал. Что это такое? Тут можно упасть. Она у меня только что загрузилась сама по себе. Она была не загружена, а потом она загрузилась. Это вода. Я упал в воду. Что нам делать? Я зашел в какой-то проход. Ты что? А, меня что-то убило! Это был Гордон Фримен. Меня убил Гордон Фримен? Да. А-а-а! А-а-а! Ха, тебя убил. Подожди! Да ладно, отсюда что ли? Да. Блин! Да ты меня столкнул! А чё ты там стоишь? Толкается, он. Давай все спидраним, кто упадет, тот вообще негодяй. Давай. Смотри. Хоп! 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 Видал спидран? Нет, не видал. Даже не видел? Хоп, хоп, спидран. Что ж ты за человек такой? Я человек, который делает спидран, несмотря на другие спидраны. Хоп! Все, заспидранил. Хоп. А ну давай, на что хоп. Способен ты? Как это понимать? Она меня телепортнула! А я начал к тебе возвращаться случайно. Ты пытался обмануть меня, чтобы обогнать? Наверное. Ну, у тебя ничего не выйдет, потому что мы скоро пройдем Half-Life. Я пройду его быстрее, чем ты. Нет, ты его не пройдешь быстрее, чем я. Но зато я пройду его впервые в жизни, чем ты. Ну, я уже прошел его быстрее, чем ты, потому что я его проходил там много раз. Ну, вот именно. Так что ты слабак. Такой же слабак и глупец. Да-да-да. Да. Такой же слабак и глупец. Какие-то кости валяются. Это что такое вообще, Владик? Это кости. Да? А, тихо, я чуть не подобрал твой лут, который ты пропустил. За что там, кроме лома ничего нет? Там есть трюлипутишки, я, кстати, нашел трюлипутишки, я их забрал. Вот я нашел трюлипутишки. Да ну ладно, вы опять сначала, да ну вы чё? Это знаешь, что это значит? Что это значит? Значит, что ты слишком слаб. Нет, это значит, что ты вообще нигде. Иди нафиг. Ты только радуешься моему проигрышу. Нет. Ты прикинь, вот так вот спидранить. Это же вообще легко.
Ты бы мог заспидранить? Нет. Почему? Ты как че, слабак? Как мне ж эту штуку остановить? Какую штуку? Ну, которые вот эти вот, эти пресса... О! Это револьвер. Ты нашел револьвер? Я нашел револьвер. Дюпай его, дюпай. Дюпать сейчас? Да, дюпай его. А он не хочет дюпаться. Значит, ты слаба. Не слаба. Даже дюпнуть не может, ничего, все ясно. Вау, я только что сделал прием спидранера. Да, он не дюпается. Не дюпается? Да, это ты не дюпаешься. Ну-ка, подожди, а может и дюпается сейчас? Бросить. Подобрать. А, он реально не дюпается. Он подбирается без патронов. Ты уверен? Да. Так, я плыву дальше, подожди меня. Да, он реально без патронов дюпается. Ты уверен? Да. Владик! Опа, я его случайно подобрал. Владик, верни мой револьвер. Как я тебе его верну? Любым способом, я просто не могу его поднять теперь. Я его сам не верну, я как тебе его. Ты можешь патроны выкинуть. Как? Как-то можно менюшку открыть. Вот теперь открывай, пытайся. А вот сбросить патроны, на. О. 4 патрона. Так, не, подожди, я неправильно что-то сделал. А, вот, можно отключить же их. Владик. Я знаю, но я же только что все идеально поставил. Нафиг ты что-то там трогаешь. Я все отключил. О, теперь я настроил. Все. Человек-настройка. Ха! Ха, ты проиграл. Да ну нафиг. О, контрольная точка, ладно, ладно. Ха. Тебе повезло, что тут есть контрольная точка. Иначе бы ты почувствовал весь гнев Асгарда. Ха, я подберу твои вещи. Нет, не подберешь. А чё, я упал? Ты не подберешь мои вещи. Да, ты прав. Я их не подберу. Они что, упали, что ли, туда? Возможно. Мне просто все намного запутаннее, я просто их подобрал. Ах ты негодяй! Ну почему сразу негодяй? Ну что ты подобрал мои вещи? Ты тоже подбирал мои вещи. Ну это было случайно. Ну это тоже. Да кому ты врешь? Ты докажи. Я знаю правду, ты меня не обманешь. Ты не был там. Я был там, я все чувствовал. Я заблудился вещи... из-за тебя. Вот ты иди заблудай. Ай-яй-яй. Где тут лестница вообще хотя бы? Тихо-тихо-тихо, я что-то нашел. О, нет, иди нафиг. Там какая-то хрень. А, теперь этот, короче, какая-то кислотная хрень за мной сейчас ходит. Какая? Ну ты. Я не кислотный. Ты кислотный. Ща быстренько за спидранием, так что ты будешь завидовать. Нужно показывать свои спидранческие способы. Ха, я уже достаточно проспидранил, чтобы проспидранить. А, ты сломал мины. Я умер. Каким образом? Ну блин, потому что хп не хватило. А что там было? Там мины просто, я на них еще взорвался, блин, и потом еще упал и умер. Хоп. А! Ха, я заберу твои вещи. Нет, ты не посмеешь забрать мои вещи, Владик. Нет, я посмею забрать твои вещи. Ты не посмеешь забрать мои вещи. Посмею. Да, это мы еще посмотрим. А! Я сейчас так быстро заспидраню, что ты аж будешь завидовать. Не буду. Будешь. Не буду. Будешь. Нет. Да. Нет. Такой же глупец. Где, блин, выход тут-то? Я, блин, упал теперь и не знаю, где выход. Да, ты теперь познаешь, что это значит быть такой же ситуации, как и я. Быть потерянным, блин, да, в этом месте. Да, быть потерянным, это, знаешь, потерянный в Half-Life. А, я нашел. О, мои вещи в кислоту упали! Вот только и может злорадствовать. Ну, значит, ты украл мои вещи. Все, мопчанки. А, ты мопчангаешь? Да. Чё, вообще офигел? Ну-ка. О! Подожди! Подожди, у меня есть ствол. Надо сейчас затащить быстренько. А! Всё, отлично, мои вещи. Нифига. Вещи.
У меня есть револьвер. У тебя есть револьвер? Револьвер? Да. Трлипчи. Видал, у меня 46 хп, а у тебя 45. У меня аж уведомление пришло. А, я знаю, что сейчас будет! Чё? А сейчас будет жопа. А, он умрёт сейчас, да? Нет, он сейчас сломает стекло, и нам всем жопа будет. Тебе придется нажать на эту кнопку. А чё она не нажимается, кстати? Отлежит. О! Подожди! Я тебе про что и говорю! Я сваливаю. Ой, я его убил. Ты его убил? Как? Легко. Я у него стрелял с револьвера, он сдох. Подожди меня, Владик, у тебя 5 хп. Вот именно мне нужен трлипч. Нет, оно мне нужнее. Отлично. Ха. В смысле, у тебя вообще-то было больше хп? Подожди, что сейчас будет? Не гадай, только умею, что воровать. Да подожди, я же тебя не вижу ничего. Не смотри. Их убило. Вообще говно. Ну-ка, открывай дверь. Саня, беги! Почему? Саня! Убегаем срочно! Оно не нанесло мне урона. Я убил. Владик, я же могу подобрать твои припасы. Не подбирай. А если я подберу их? Не будешь нагадаем. Ладно. А, тут Барни. Владик, не убивай моего Барни. Понял? Ладно. Не смей его убивать. А! Это мой Барни. Тебе нужен супер тлюпчи? Ну, естественно. Угу. А, жадина. Подожди, дробовик мне нужен. Ты подобрал патроны от дробовика. Подожди, подожди, подожди. Сейчас мы пройдемся, короче. На! У меня аж наушник падает. И что делать сейчас? Мы, короче, найдем сейчас эту импульсную пушку, да? Не помню. Ну вот и все. О, тлюпчи, тлюпчи, тлюпчи. Почему у нас это как Барни мучается? Не знаю. О, арбалет! Арбалет? О, арбалет. О, какая-то штука. Ой, арбалет. А, Владик, они пофиксили этот баг. Разработчики этого мода. Теперь типа не починились, Владик, да? Дай мне патроны. Саня, тогда у меня арбалета не будет. Ну, в смысле, патроны на арбалет-то? Дай, ты мой арбалет подобрал. Нет, а у тебя что, арбалета нет? Вообще нету. А, ясно, подожди. F4, пусть. На. Ага, все, теперь у меня есть 5 патронов. Есть. У меня есть вот эта пушка, короче, которую можно спидранить. В смысле? Вот эта штука. Это? А чё, Барни, ему больно, что ли? Постоянно ходит. Супер трлипыч. Ой, только и может супер трлипыч. Ну же ты мои подобрал. А, я понял, что будет. Я понял, что будет. А-а-а! Барни убили! Подожди, что нам делать? Подожди! Как взорвать? Подожди. Владик, где ты? Да тут я против солдат. Пойдем, пойдем. Гадай, не гадай, погнали. Тебе повезло. Оружие. Так, там ученый. Но он мертвый. Так, что тут есть? Тут ничего нет. Быстро, надо спидранить же, мы же с тобой спидранеры. Ну, профессиональные. О, тут слишком много спидранеров, Владик. А, супер трлю! А я убил. Ага! Ну-ка, что это? Что это? Что это? Я что-то активировал. Напугал. А, это, короче, сейчас все лучи будем бегать активировать. Ну, активируй. Короче, надо бегать, сейчас лучи вот активировать. Лучи лежат. Что, эти лучи убивают?
если я напротив него встану. Я от чего-то умер! От чего? Просто так что-то взорвало! Ты пропал, Владик! В смысле я пропал, алё? Ну все, теперь я тебя вижу. Все, теперь куда нам нужно идти? Не знаю, но где-то там мои вещи. Надо сейчас пойти и вернуть их. Подожди, а где эта пушка вообще? Ну, надо сначала все лучи активировать. Активирую. Так, теперь нужно вот сюда пойти. Вот твои вещи. Не трогай. А если я их трону? Ну, будешь нагадаем. Ой, ой, я подобрал эту пушку, Владик. Теперь я тоже. А сейчас супер, супергерой. А ты супергерой? А ты где ее нашел-то? Там. Там это где? Там. Там это где? В смысле, там, где тебя убили. А, вот она, нашел. Кстати, а как туда, как тут проникнуть? Куда? Что тут сделать-то надо, чтобы проникнуть? А, я понял, что надо делать. Вот это надо сделать. Так. А, я понял, что надо сделать. Нужно сломать эту штуку. Нет, мне надо просто подвинуть вот этот шкафчик. Ты понял, что я задумал? Отключи. Смотри, а теперь еще я сделаю. Смотри, сейчас пистолета своего. Вау. Ха! Давай, прыгай. Опа. Молодец. Вообще, ты что, спидранер? Иногда. Он нам нужен? Не знаю, но нам нужно вот это перебежать. Ну, сейчас перейдем, я тебе покажу мастер-класс. Опа, уже. А! Вот он, твои вещи крутятся! Мои вещи! Мои вещи! Подожди, мне надо их догнать! Только и может смеяться! А! Подобрал! Пошли! Черт! Мои вещи скоммуниздили! Пойдем теперь сюда! И что мы будем делать? Подожди, сайн-тесты должны с нами пойти, кстати. Да нафиг они нужны. В смысле, они нам дверь должны открыть? Какую? Вон ту. Да? Ну да. А, ну тогда они мертвые. Ладно, пойдем, ну, вернемся ты их убил уже? Нет. Вот молодец. Надо отключить вот эту хрень. Да. Сейчас она должна остановиться. Все, она остановилась. О. Хоть кто-то живой. Да. Кстати, что там? А, там и ладно. О, он меня лечит! Может, ты аптечку используешь просто? Нет, он просто подошел ко мне, что-то дай мне там что-то, и он даже не достал шприц, он просто до меня дотронулся и все. Что ему нужно было от меня? Ему нужно было от тебя все. Он говорит: эй, Гордон Фриман, ну-ка дай тебя потрогаю. А! Ах, она не гадай. Да чё, ты даже убить солдата не можешь? Вообще-то я его убил. Почему Гордон Фриман такой настолько военный? Потому что это Гордон Фриман. А где ученые? Вот они бегут. Открывайте, я просто. Ща он откроет. Смотри, у меня есть арбалет, я сейчас тебе покажу, как надо стрелять. Правда. Там настоящий ад. Да на нас же улица. Это технологии. Технологии вообще работают. Так это сзади стреляют? Да, еще и сзади за... О, мопчанги. Мопчанги. Ха, мопчанги. В принципе, вот такая вот серия получилась, друзья. В принципе, мы остались на Surface Tension. И в следующей серии продолжим. И следующая серия, надеюсь, выйдет побыстрее, чем эта. Так что все, вот такие дела. Всем удачи, всем пока. Пока.